Было искать обязательно Omni-Knight плюс какой-то любой там суппорт. То, что они там будут стоять на халяву, они будут гонять это Omni-Knight, могут забегать за тавер и там перетягивать постоянно суппортов. В общем, сноуболиться так, как им угодно. Но когда они ловят трипл лайн лицо, против них стоит там Свен, Луна и Чен приходят постоянно с крипом, там то с волком придет, то еще с более сильным персонажем. И тебе постоянно умирает этот висп. Чена Урсу напрягает, это очень серьезно. У тебя никто не фармит, и ты не можешь раз сноуболить. Свен Кинг спокойно бы здесь постоял на этом лайне против этой триплы бы, в песке бы там мучил, выбивал бы ресурсы, расходники, сентри постоянно, какие-то просветы тебе приносили бы. Да, там Свен бы фармил, но и на другом конце карты у тебя тоже фармил бы Урса и Висп. Когда они уже нормальные артефакты бы вначале получили, они бы спокойно могли бы воевать как раз-таки тот сноубол, о котором мы говорили, который могли бы навязать эти два персонажа. Они вот при такой расстановке лайнов, они могли бы его осуществить, но... не в такой ситуации, когда они идут в роли догоняющего. Им нужно наоборот. Идти либо вровень, либо впереди. Когда вы проигрываете, то Урса и Висп, они тебе ничего не вытаскивают. Абсолютно так же, как и Мипарь. Здесь еще есть один вариант, что вот если это они увидели Omni-Knight, то получается, что они разменяли фарм Урсы и отдали большую часть фарма Стэнкингу. Ну, как бы Стэнкингу он вставал свои спилы, закопался в Сандшторм и все, и дальше он просто смотрит, болеет за Урсу. Поэтому здесь... был еще вариант, что сразу можно оставить Стэнкинга с Омником 1 на 1 и попробовать повоевать 3 в 3. То есть вариант 3 в 3 хоть что-то делать, если сразу, и вариант свапа линии тоже. Потому что Урса с Виспом, они быстро бегают, они быстрее свищают линии, чем, допустим, тот же Свен. Вот. Но здесь на тот Свинцер просто продали Урсу, продано, причем очень дешево. И в итоге Урса, которая вначале недополучила фарм, просто бегает и максимум убивает одного героя. Максимум, это в лучшем случае. А в худшем, она реально вот просто всю игру там ловит какой-нибудь ультимейтовника, и все, и конец. На этом ее функции заканчиваются. Вот, там, естественно, мы видим какие-то ошибочки, допускали одни вторые, но вкратце вот просто вот там считаем. Чен имеет ауру, она всем дает урон. Ну, там еще некоторые плюсчики. Потом Луна дает всем статы. Потом Свен еще всех бафает щитом. Бежит Мипарь. И подходит вот Волк. Вот заметьте, вот этот Волк, он всю игру бегал за Солчем. Всю игру он не в замесе, он просто бегал, давал ауру. И вот эта аура бафает всех. Одного Мипаря она бафает на 30%. Четыре Мипаря, 120% урона бафает Волк. Если вот, ну, посчитать суммарно по демажу. Там просто бешеные цифры. И надежда была, наверное, у Нави только на сноубол. Потом Свен Кинг, как бы, он кастует свои спилы, но в один момент, как бы, мощность спилов перестает расти после определенного уровня. И все, если он Мипаря не убивает сразу, то Мипарь просто отхиливается. Его хил Чена нивелирует просто. Вот ультимейт, ну и там какие-нибудь грифсы, да, которые там на умнике. А если бы игра затянулась? Да, если бы игра затянулась, умник бы просто собрал бы аганим, нажал на ультимейт, и ультимейт бы еще начал отхиливать этого Мипаря, и там было бы вообще забей. Есть шторм. Вот он появился, и вроде бы, знаешь, сначала смотрелось неплохо, но Мипарь полностью контрит шторма до тех пор, пока шторм не купит там, я не знаю, хотя бы БКБ, чтобы хотя бы не падать от там заряда пухов. Потому что он вот летает, а ему дают сетку, а потом еще сетку, а потом еще сетку, а потом еще сетку, и еще сетку. И вот против пуши конкретно шторм, имеющий мало слотов, слишком слаб. Вот он там залетает, там что-то попрыгал, побегал, но импакта от него было мало. В общем, раньше был 22-й пик Бурды. Который... Он еще раз к нему приходит, еще раз тот его забирает в шрапнели, и вот так вот была вся игра для Virtus.pro, вот, начиная с самого начала. То есть они руинили, они фейлили, они кормили, они делали все, что угодно, лишь бы на эту Винцер в этой игре победили, вот, начиная с самого начала. Вот центр — это просто была эпопея. Мне кажется, ну, не очень сильный лайнап для Марфа, потому что, ну, снайпер, он приседает. Ну, неприятно ставить, тебя постоянно как бы харасит издалека, а ты со своим рейнджом не можешь это делать. И мне вот... Бог с ним, что он сделал на нем фестблат. Ну, бывает, да, кто-то там кому-то отдался, кто-то что-то не рассчитал. Бывает. Это, ну, как бы стандартное явление. Мне не понравилась раскачка Роджером. Все-таки можно было как бы выкручиваться из этой ситуации, да, что ты фестблат отдаешь, потому что, ну, Шейкер приходит, ты убиваешь. Но Шейкер приходит с раскачкой 2-2. Он приходит два фиссура, два тотем. И как раз-таки вот этого станчика от пассивки, его не хватает, чтобы тормознуть на месте, чтобы морф еще подошел, побил. А ты хочешь нанести нормальный урон, но у тебя снайпер просто убегает. Он не может стоять на месте. Из-за этого как раз-таки они не убивали этого снайпера. Что первый раз не получилось, что второй раз не получилось. Это раз. Во-вторых, линии. Вот сколько мы видели игр уже. Вот сколько мейзеров проходит, да, и когда мы видим Дарксира, туда ставится либо морф, либо лайфстиллер, и они просто там стоят, и к 15 минуте выходит оверфарм. Просто оверфарм, потому что против Дарксира они добивают абсолютно все. Я не знаю, зачем нужно было ставить Дума на то. Да, он круто стоит, ест крипов, там все дела,
как бы Дарксир ничего не фармит при помощи Айншелла, но все равно, когда ставишь туда Ластиллера, он все добивает, а снизу он это не может делать, потому что его там начинают харасить мана, из него там летит... Шейкер, они шейкер приходит. 2-3 на сложный там... Неприятно ставить. Эдум к 22-й минуте имел фейзы, барабаны и блокинбар. Со сложной линией он имел бы абсолютно то же самое. Я не знаю, зачем нужно было идти на топ, и вот эта вот задумка. Поставь Лайфстиллера, пускай на фрифарме стоит, играет через Мидаст, там, может, без Мидаста, там, через Рединс быстрый. То у Лайфстиллера ничего не было, он там шел к 15-й минуте игры, чуть ли не 5-й, там, 6-й по нетворсу, и у него было все просто, как бы, отвратительно по сравнению со снайпером, по сравнению с Рэйкиндом. Но вот эта расстановка лайнов, она меня тоже очень сильно напрягла. Ну, а потом в мидгейме как раз случился этот момент с Морфом, когда он достиг 20-го лева, начал, соответственно, юзать постоянно рейдж и стал неубиваемым в определенный момент. Это камбэк, да. Да, и как раз из-за этого просто стало лучше. Ну, кроме момента, да, еще шикарного от Шейкера, совсем недавно, вот еще предыдущий хайлайт был, где Шейкер нашел снайпера при осаде без Морфа, поэтому он лежал где-то 70 секунд, что ли, в таверне. Я не знаю, почему Virtus.pro не реализует Макея вот на таком состоянии на Рошане, потому что, ну, два человека, там, или фестбомба отправьте в спину просто, чтобы она зашла. Отдаем там гем кому-нибудь, и чтобы они просто спину зашли, чтобы как-то драку начали. Потому что вы стоите, у вас бегает фронтлайнер Никс, у вас бегает там фронтлайнер на Дарк... ВК, и вы не можете подойти нормально начать драку, потому что что одного будете фокусить, у него Ion Disc, в принципе, бессмертие, да, что второго будете фокусить, если фокуснете, там у него перерождение, снайпер вас далеко расстреливает. Вам наоборот нужно нападать было с подветренной, со спины, и пытаться фокусить снайпера. Вот один раз было, да, когда там, по-моему, то ли Ластиллер отдался, он был без байбека. И вот они классно зашли через магазин, в смачке быстро нашли этого снайпера, фокуснули его просто в секунду. Там Шейкер с Морфом, по-моему, или наоборот, или Морф отдался, они с Ластиллером были. Ну, не суть важно. Они фокуснули этого снайпера и выиграли драку. А если вы этого, до этого снайпера не доходите, вы ничего не сможете сделать. То же самое, как история в предыдущей серии с Ораклом. Оракла не фокусируешь, там ДП всех убивает. Там еще, если посмотреть, куча врывов, Морф укрывается, снайпер, и казалось бы, все круто, он до него добрался, Глиммер, и снайпер убивает. И так каждую драку. Врывается там Морф, Глиммер, снайпер убежал. И он все драки убегал, просто... Шейкеру врываться нужно было, прям сразу. Вот Шейкеру отдать гем, ему нужно было врываться, и с этим гемом там оставаться, потому что у него тоже Ion Disc был, у него там тоже какие-то сейф-артефакты были, потому что вижу, нету. Ты вроде врываешься, вроде добиваешь его, снимаешь ему 2/3 хп, у тебя твой кор в блэкенбаре, им там ничего не страшно, ни Никс не страшен, ни Дарксир не страшен, никто. Но вы добить не можете, потому что у вас тупо нет вижена. Ба-бам! Боль. Да-да. Ну, тяжело, на самом деле, контролить карту, когда тебя доминируют. Ну, я понимаю, Роджер хотел там рываться, более удобную позицию, там побольше героев, там, чтобы прошли какие-нибудь там блэкенбары, чтобы он в кучку всех собрал. Но, посмотри, как в Нави очень классные пейсонки стоят. Они отдают своих. Вот это максимум, что может сделать, и то это такое себе. Ну, вот этот файт был не так плох, на самом деле. Я имею в виду, смогли забрать двоих. Просто вся проблема в том, что они потратили рефрешер на Думе. Соответственно, этим второй Дум выдать не смогли, потому что все остальные убежали. И это уже минус один из артефактов. Здесь, но здесь идеальный зонинг от Нави. Ты здесь против... Тебя один Дарксир победит. Он когда с Таганимом, у него иллюзии бьют по... Смотри, какую позицию снайпер занял. Он просто вытолкнулся и стоит там. Стоит, расстреливает с максимальным рейнджом. Талант на рейнджи взял, просто стоит, расстреливает. В этот момент лучше всего жить, конечно, ВК, потому что вообще можешь ничего не делать. Главное, что вижен даешь своему снайперу. В общем, не знаю. Мне Virtus.pro не очень сильно здесь понравились именно в своем исполнении самого старта. Короче, случилось дефолтное хихихаха. И оно произошло, и теперь Magical мы будем смотреть третью карту. То есть, если вот просто посмотреть, Magical реально, что начало он провел безукоризненно, что потом он занимал отличные позиционки. Если вот глянуть, каждый раз, что вот он делает, он просто стоит, пиу-пиу-пиу, и никто ему ничего не говорит. Он... Ну, в самом начале, потом вторая ошибка. Попытка фокуса Некрофоса со стиками. У которого есть Fairy Fire, у которого есть стики, у которого есть Ghost Shroud. Уже три героя нападают на него, умирают два. Ты линию проиграл, мидл ты проиграл. Сверху, соответственно, ну, ровно стоят Darkseer, фармит линию и Лиса. Doom фармит линию, но за счет Devourer у него тоже очень много денег. Ты все три линии проигрываешь, понятное дело, за счет перефарма тебя потом потихонечку начинает сноуболить. По поводу лайнов, бог с ним. Ну, если ты знаешь, что Роджер очень любит двигаться в мидл, всегда помогать, что вот в прошлой игре он приходил, что он постоянно приходит в 10 предыдущих встречах, когда вы там встречались уже на этих квалификациях. Поставь ты вард, почему у тебя нету варда, почему у тебя нету
Варда на обычный там руне от передвижений Тини в мидл. Потому что по-любому, рано или поздно, Роджер придет, как пойдет какую-нибудь руну чекнет. Придет с руной, придет без руны, и тебя убьют. Ты очень слабый, у тебя стоит там снайпер. Снайпер — это очень слабый персонаж. Тем более у тебя шторм, получаешь шестой уровень, приходит Тини, ну и на халяву убивает его второй раз уже. Понятное дело, снайпер не чувствует себя комфортно. Снизу тоже у тебя из-за того, что начинается кипиш по всей карте движение Тини, у тебя становится нижний тавр, и Нави начинают проседать довольно-таки серьезно. И с уже хорошим там перевесом в минуте, наверное, 15 начинает проигрывать эту карту. Хотя могли. Потом могли опять же драться за счет своей комбинации. Это было возможно, но их просто раскатили. Кстати, вот в этой игре вот они взяли Тини, и в один момент так думаешь, зачем Тини, зачем Тини, то есть в чем его смысл, а потом, как только появился снайпер, сразу же стало видно, что Тини стал крутым доставщиком, который просто тослал героев, и снайпер такой стоит, у него все хорошо, бах, у него на лице дум, и тот кастует стан кентавра, вот. Потом, вроде бы и хочется Думу фокусить, а вроде бы не хочется. Он там просто бегает, он выходит с легкой линии, у него слишком высокий нетерс, и в итоге бить Думу, пока на заднем фоне бегает Некрофос и Шторм, и тоже хорошенько дамажит, не хочется. И Тини вот прям в этой игре, вот как вот пик зашел на все 100%, потому что он, в общем-то, явился, наверное, один из лучших героев, который может и к снайперу тоснуть героя, а может прыгнуть к снайперу и его затоснуть к своим союзникам. И вот Тини прям как пик здесь раскрылся на все 100%. Прям такой хороший герой, сочный. Ну, в принципе, игра того же самого и Шторма, и Тини здесь была очень-очень легка. Ну, все, что тебе нужно сделать, это залететь на снайпа, а снайпер... Да, вот в прошлой игре не хватало такого саппорта, который прыгнет, допустим, на снайпера соло, и там он почти всегда уходил, но здесь они полностью решили этот вопрос, и прям вот снайпера отконтрили по всем параметрам. Старт очень мощный. Ну, представь, да. Если старта такого не было бы. Наоборот, у тебя снайпер стоял бы там с какой-нибудь ранней пикой уже, и никто бы никуда бы не прыгал.